Так, достаю вторую буханку с печки. Вот она. Сейчас я возьму. Все. Вторая буханочка. Вот она сейчас. Вот она. Вот вторая буханочка. Сейчас я одну буханку Светке отнесла, соседке на второй этаж. Сейчас я это, вот она у меня, это духовка. Так, теперь я сейчас переверну. Так, вот это... Ой, как мне перевернуть-то? Ой, горячая. Ой, бляха-муха. Сейчас я... Подождите. Это вторая буханка сейчас. Ой-ой-ой. Горячая. Сейчас смажу водичкой. И все, и до утра. Вот. Это вторая буханочка. Одну я Светке отнесла. Потом я разрежу, покажу вам. Ну, что разрезать, показывать, вы сами пекете. Мне кажется, сейчас каждый все пекут. Там ничего сложного нету. Замесил, да все. Ну и все, вот она, я смазала. И вот так, и до утра сейчас укрою. Вот, и... И до утра. Я не знаю, я вот это, водой вот... Смачиваю. Некоторые маслом подсолнечным. Не знаю, ну как, каждая хозяйка по-своему делает. По-своему. Кто-то так, правильно? Вот, ну все, ладно. Потом буду, может, что-нибудь еще спечь. Потом. Нет настроения, лежу. Лежу, то сплю, то не сплю. Ну, вот это потом я вымою. Сейчас остынет сотейник этот. Ну, где я пеку всегда в этом хлеб. Вот сейчас он до утра будет. Хлебушек. Он горячий, конечно, остынет. Хлеб домашний, конечно, вкусный. Ладно, давайте. Спасибо всем, други мои. Зайки мои.